В Москве пройдут Дни Якутии. С яркого праздника для москвичей и гостей столицы откроется целая серия мероприятий, посвященных Северному краю. На площадке экспоцентра можно будет познакомиться с традициями и бытом якутян, выиграть настоящий бриллиант и приобрести знаменитую якутскую рыбу и мясную продукцию. О том, как готовятся к дням и чем еще хотят удивить москвичей и якутяне, расскажут наши корреспонденты. Дни Якутии в Москве проходят раз в 5 лет с 92 года. В этом году часть мероприятий уже прошла в ноябре. Московские власти и в этот раз ждут якутян, чтобы увидеть и перенять передовой опыт Якутии в различных сферах, начиная с опыта регулирования госзакупок, вовлечения НКО в сферу оказания соцуслуг, организации детского движения и совершенствования законодательства. Конечно же, хочется, чтобы представители Якутии взяли все лучшее у москвичей, а москвичи получили самое хорошее впечатление от того, что покажут нам представители Якутии. Показать и удивить будет чем и рядовых москвичей. На несколько дней перед посетителями экспоцентра откроется выставка-ярмарка в виде старого города. Чучело мамонта, гигантский сосуд для кумысопития, меха и, конечно, множество украшений с якутскими бриллиантами не оставят гостей равнодушными. Об этом в канун мероприятий корреспондентам федеральных изданий рассказали на пресс-конференции. Я думаю, что мы сделаем немножко всех москвичей немножко якутянами. В этом, наверное, самый смысл наших дней, наших встреч, чтобы каждый россиянин знал и любил нашу республику так же крепко, как мы ее любим. Стать немного якутянами москвичи смогут, пообщавшись и с народными убийцами. Они научат плести ковры из конского волоса, играть на хамусе, делать якутские ножи и сувениры из мамонта. Туяра Филиппова, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.